Всем привет, друзья! Сейчас я сегодня работаю с Снегурочкой, собачкой. Вот, и мы с вами двигаемся вместо кормяшки. Опа, батя столовая. Сегодня, 30 декабря, отправляем пушистиком вместо палочки. Давай, Лола. Давай кушать будем. В общем, сейчас я разложусь, мы продолжим. Меня сейчас не заметили, я быстренько вам сниму. Сухой корм, лапочки, головы, колтычки. Все дела. Боюсь, мне морду набьют в ближайшее время. Ой-ой-ой. Так, Лола. А сейчас мы с Лолой пойдем кормить остальных зверюшек. Лола! Лола, пойдем. Это вот я им тоже ставила косточки вкусные. Иди сюда, моя рыбка. Иди сюда, моя кнопочка. Иди сюда, моя девочка любимая. Ай, ты мой хороший. Тебе давно пора на передержку отправлять. Как без поводка, дойдем мы с тобой или нет? Как ты думаешь, рыбка? Ай, это рыбка моя. Ай, ты моя рыбка. Дай поглажу хоть. Ай, ты мой котеночек. Ты мой котеночек, Лолита. Лолочка, лапка болит или что? Что ты поджимаешь? Пойдем домой? Домой пойдем? Моя кисенька. Моя маленькая. Пойдем скорее со мной. Тут за помойкой у меня запрятана еще порция еды, потому что их очень тяжело носить. И я не могу сразу тащить их просто. Лола! У меня сопровождающая, Снегурочка моя, да, Снегурочка моя маленькая. Так, Лола, сейчас мы с тобой берем замотанный пакет и идем к твоим друзьям по несчастью, которые живут у нас в заброшенной будке. И один из песиков, который там живет, он инвалид, у него нет глазика, а еще у него атрофирована ножка, она не двигается, он ее таскает за собой. Сложно пройти, где нормальный человек, ну, во всяком случае, который считается по-нормальным, сюда не пойдет, кроме меня, конечно. Ай-яй-яй, пакет застрял, ё-моё, как пройти-то, подождите. Мои зайчики тут живут, да? Зайчики мои тут живут. Да, мои крошечки. Бедненькие боятся. Я вас не буду обижать, не переживайте. Не бойся, моя крошка. Не-не-не-не-не. Не ругайтесь только. Не ругайтесь. Лола ушла уже. Иди сюда, мой сладенький. Иди сюда. Не бойтесь, кушайте. Все ваше, никто не заберет. Никто не заберет мои зайки. Маленькие. И у тебя ножка подбита. Почему? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ножечки подбитые, детки мои. Так, тихо, нельзя так себя вести. Ты что? Ты что? Нельзя, ему тоже кушать надо. Ну, да вообще инвалид, зай. Ой, какая вкуснятина приехала, да? Выходим, выходим, мои пупсики. Выходим, мои пупсики, кушаем скорей. Ну-ка, позируем. Позируем. Давайте я отойду. Выходите. Выходите. Выходите, кушайте. Бедненький, кто ж вам ножки-то подбил, а? Кто ножки подбил? Не люди, а уроды. Могут так поступать с животными. Вот еще у нас, еще. Там целый пир новогодний, да? Зайчики мои. Вот у черненького песика у него всего один глазик. Ножка не работает. И у этого вот. Вчера была нормальная ножка, сегодня уже подбита. Ужас. Да, малыши?
Пришла я домой, оказалось, что еще не все вынесла. Идем обратно помойте. А вот моя подружка. Вот такие вот дела. А как вы проводите 30-е?